Любите чем-то похрустеть у телевизора? Возьмите с собой вкусные и полезные хрустики из Нута. Рецепт можно подстраивать под себя, добавлять любое количество соли или специй, какие вам нравятся. Итак, вы спросите меня, как приготовить хрустики из Нута со специями. Заходите, я расскажу. Эта закуска делается очень легко. Ее с удовольствием пробуют и взрослые, и дети. На мой взгляд, это отличная альтернатива чипсам и сухарикам, под любимый фильм, самое то. Пробуйте, буду рада фотографиями и отзывам. 1. Подготовьте нут к варке. Для этого нужно заранее вечером перебрать его, промыть хорошо под проточной водой и залить чистой. Оставить на всю ночь. 1. Подготовьте нут к варке. Для этого нужно заранее вечером перебрать его, промыть хорошо под проточной водой и залить чистой. Оставить на всю ночь. 3. Остудите немного горох. Слейте воду, влейте растительное масло, добавьте соль и специи. Перемешайте осторожно. 4. Противень застелите пергаментом. Рассыпьте горох в один слой. Поставьте в горячую духовку, 200 градусов, с конвекцией на 30 минут. Можно под открытый гриль, эффект будет такой же. 5. Готово. Ешьте, как только немного остынет. В холодном виде говорят, он не такой вкусный, я точно вам не скажу. У меня съедают все сразу. 6. Приятного!